Привет, друзья! Рад приветствовать вас на моем канале. Ни для кого не секрет, что в последнее время такое техническое изобретение, как квадрокоптер, он же дрон, очень активно внедрилось во многие сферы нашей жизни. Используются они во многих целях, начиная с панорамной видеосъемки с высоты птичьего полета и заканчивая слежкой или просто развлечением. Сегодня я вам покажу, какие модели дронов вы сможете приобрести на AliExpress, имея примерный бюджет $100. Как всегда, для вас будут представлены только лучшие модели, имеющие обширную историю продаж и большинство положительных отзывов покупателей. Ну и все ссылки, как всегда, в описании. Поехали! На 10 месте у нас Sima X5C. Данная модель представлена в двух возможных вариантах комплектаций. С 2-мегапиксельной камерой и без нее. В зависимости от выбранной комплектации, цена будет варьироваться в диапазоне от 27 до $57. Дрон имеет 4-канальное управление, позволяющее вам контролировать полет дрона в 6 разных плоскостях. Заявленная дальность полета до 30 метров. Время на одном заряде аккумулятора от 7 до 10 минут. Время зарядки аккумулятора примерно 2 часа, но аккумулятор здесь сменный, и на странице товара вы сможете спокойно заказать себе необходимое количество запасных батарей. Данная модель квадрокоптера находится в самом нижнем бюджетном сегменте. Никаких особых излишеств в своем функционале не имеет, но все заложенные производителем функции в ней работают безупречно, что подтверждается многочисленными отзывами покупателей. На 9 месте у нас вот этот малыш. Знакомьтесь, это Kidomi S9HW. Это миниатюрный складной дрон, который в сложенном виде влезет в любой карман, так как имеет размеры всего 6x5x3 см. Но при его миниатюрных размерах и смешной цене, а стоит он, кстати, от 15 до $25, в зависимости от выбираемого вами функционала, он вполне достойно и на высоком уровне выполняет свои функции. В максимальной комплектации этот малыш будет оснащен такими полезными системами, как FPV, First Person Vision, то есть вид от первого лица. Это значит, что благодаря установке специального приложения на ваш смартфон, вы сможете в режиме реального времени получать на экран вашего гаджета изображение с бортовой камеры, установленной на дроне. А также у вас будет присутствовать функция One Key Return. Это автоматический возврат дрона к месту запуска в случае потери радиосигнала, либо критически низкого уровня заряда аккумулятора. Эта полезная функция позволит вам не потерять этого малыша ни при каких обстоятельствах. На одном заряде дрон продержится в воздухе в районе 5 минут, но аккумулятор на нем заряжается довольно быстро, всего 40 минут. Место номер 8 у нас занял CJ600 от бренда ZWN. Данный дрон продается в 3 вариантах комплектаций. Самая дешевая – это без камеры, средняя – с камерой на 0,3 мегапикселя. Ну и в самой топовой версии вы получите 2-мегапиксельную камеру с поддержкой Wi-Fi и FPV. В зависимости от этого цена дрона будет варьироваться от 29 до $59. Данная модель имеет средние размеры 37 на 39 на 11 сантиметров. При этом у него довольно впечатляющая дальность полета. Производитель гарантирует устойчивую радиосвязь с дроном на расстоянии до 150 метров. Время полета на одном заряде аккумулятора около 8 минут. Время зарядки 50 минут. На пульте дистанционного управления расположен держатель для смартфона, чтобы вы могли видеть перед собой все то, что видит камера вашего дрона. Трансляция видеосигнала ведется, естественно, по каналу Wi-Fi. По отзывам покупателей, за эти деньги это просто суперский аппарат. Ну и 7 место у нас заняла еще одна складная модель. Это Nibiru Visuo XS 809HW. В отличие от ранее представленного складного дрона, эта модель на порядок большего размера. В сложенном виде она имеет размеры 18 на 13 на 6 сантиметров. На странице товара представлены на выбор 2 возможных комплектации дрона. И в данном случае все отличия будут заключаться лишь в бортовой камере. Она у вас будет либо 0,3 мегапикселя, либо 0,2 мегапикселя с HD-интерполяцией. В зависимости от этого цена дрона будет варьироваться от 36 до $59. Дальность полета заявлена на расстоянии до 100 метров. Время полета на одном заряде до 10 минут. Дрон имеет систему FPV, на пульте дистанционного управления располагается держатель для смартфона. Функция One Key, то есть автоматического возврата в точку запуска, данной модели отсутствует. Но модель явно заслуживает внимания, подтверждение тому более 700 заказов и большинство положительных отзывов. На 6 позиции у нас вот этот красавец. Это Kidior MGX Buck 6. Довольно серьезная модель, имеющая в принципе не сильно большой размер, всего 15 на 10 на 6 сантиметров, но при этом впечатляющая своим функционалом. В отличие от ранее перечисленных моделей, этот дрон имеет бесщеточный мотор, что несомненно является его большим плюсом в плане надежности. Также эта модель имеет довольно емкий аккумулятор на 1300 мАч, что позволяет ему держаться в воздуху до 12 минут на одном заряде.
Время зарядки аккумулятора, правда, тоже довольно приличное, целых 3 часа. Также эта модель впечатляет своей дальностью полета. Он может летать на расстоянии до 300 метров. На выбор идут 3 возможных варианта комплектации, которые очень сильно отличаются по цене и функционалу. Цена этой модели варьируется в диапазоне от 55 до целых 170 долларов. В особенности комплектации углубляться я не буду, ссылка на эту модель будет в описании, для тех, кому важна более подробная информация. Место номер 5. Это самая миниатюрная модель дрона в этой подборке. Размер этого малыша всего 6,5 на 6,5 на 2,5 сантиметра. Модель из рубрики «Подразни свою кошку». Называется она Nibiru E012HC. Несмотря на всю свою миниатюрность, дрон имеет на своем борту видеокамеру на 2 мегапикселя и вполне себе способен справляться с задачами более взрослых собратьев. Также данная модель имеет цветную LED-подсветку, что придает ей особый шарм, особенно в темноте. Аккумулятор у этого дрона всего 200 мАч, что позволяет ему находиться в воздухе до 5 минут на одном заряде. Дальность полета до 30 метров. Время зарядки аккумулятора около 40 минут. Цена у этой модели также вполне себе демократична, всего 24 доллара. В принципе, для того, чтобы научиться управлять дроном, данная модель будет идеальным вариантом на первое время. На четвертом месте у нас еще один складывающийся дрон. Это SkyTanter X8T. Модель довольно крупная, 23 на 20 на 8,5 сантиметров. При этом дрон имеет довольно средний функционал. На его борту установлен аккумулятор на 650 мАч, что позволяет ему непрерывно находиться в воздухе от 7 до 9 минут. Максимальная дальность полета 80 метров. Вес вместе с аккумулятором 136 грамм. Также этот дрон имеет поддержку функции OneKey, которая позволяет ему в экстренных ситуациях самостоятельно возвращаться к точке взлета. А это значит, что волноваться о возможной потере дрона вам не придется. Стоит эта модель 38 долларов. На третьем месте у нас еще один вполне достойный экземпляр за вполне разумные деньги. Это Nibiru E58 от бренда Eichin. Данный дрон также можно складывать, и в сложенном виде он будет иметь размер 12,5 на 7,5 на 5 сантиметров. Данная модель имеет поддержку функции OneKey, а также FPV, а это значит, что при потере радиосигнала или низком заряде аккумулятора он будет автоматически возвращаться в точку своего запуска, а изображение с бортовой камеры дрона будет через сигнал Wi-Fi транслироваться прямо на экран вашего смартфона, обеспечивая вам вид от первого лица. Данная модель предлагается с двумя возможными типами камер на выбор: широкоугольная на 2 мегапикселя, а также более слабой камеры на 0,3 мегапикселя. В зависимости от выбранного типа камеры, цена дрона будет в диапазоне от 39 до 55 долларов. Что касается летных характеристик, то дрон может летать на расстояние до 100 метров, и благодаря аккумулятору на 500 мАч может продержаться в воздухе до 9 минут. Кстати, на странице товара вы также сможете заказать для него дополнительные аккумуляторы. Второе место у нас заняла вот эта интересная модель. Это SMRC S10. Модель имеет размер 31 на 31 на 14,5 сантиметров. Дрон довольно крупный. На борту дрона устанавливается два типа видеокамер, так же как и предыдущей представленной модели. Покупателю лишь нужно выбрать тип камеры. Данная модель, несмотря на весьма демократичную цену, имеет неплохой функционал. Поддерживается функции OneKey и FPV.
На пульте дистанционного управления также присутствует крепление для смартфона. Аккумуляторная батарея установлена на дроне на 500 мАч, что по заверениям производителя должно обеспечить до 10 минут полета на одном заряде. Максимальная дальность полета дрона 100 метров. Продается он в трех цветовых вариантах – красный, белый и черный. Цена этой модели в диапазоне от 34 до 60 долларов. По отзывам покупателей, дрон очень надежен и работает без проблем очень долго. Ну и наше первое место сегодня. Лидером у нас стал Sima X8C Pro GPS. Сразу скажу, что данный дрон не вписывается во взятый нами за основу бюджет 100 долларов, но я просто не мог обойти эту модель вниманием. И хотя этот дрон относится к моделям начального уровня, его характеристики явно тяготеют к более дорогому сегменту. Дрон реально внушительных размеров. Его размер 50 на 50 на 19 сантиметров, а вес немного более 2 кг. Само собой, для аппарата такого уровня здесь будет на борту HD-камера. Также, естественно, будут присутствовать такие опции, как поддержка FPV и 1K Return. Кроме этого, на данном дроне установлен GPS-датчик, который делает работу функции 1K Return более точной и корректной, так как дрон прокладывает себе обратный путь по GPS-координатам. Еще одним несомненным плюсом данной модели есть наличие альтметра, он же датчик высоты. Ну и самый основной вопрос, который, я думаю, уже заинтересовал вас, это цена этого дрона. Цена его 180 долларов, но поверьте, он вполне оправдывает такую стоимость. Если вы решите купить дрон в обычном интернет-магазине, то то, что вам будет предложено в этом бюджете, даже и близко не будет соответствовать тем характеристикам, которые есть у этой модели. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Благодарим всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под этим видео. Всем мира, добра и удачи!